вопроса. Мы не так давно с вами праздновали память святого Николая. Находимся в храме в честь иконы Божией Матери взыскания погибших. Село Дубровка, Грибанское благочиние, Борисоглебская епархия. Наше село, в общем-то, оно относительно молодое, относительно, это относительно исторических событий, причем потому что оно образовано в 1922 году, в советское время, поэтому это было то время, когда все храмы, наоборот, разрушали, закрывали, поэтому в то время никто не думал о том, чтобы в селе построить храм. И вот так вот было, от момента основания 83 года прошло, храма в селе не было, даже когда, наверное, в 80-х годах начался поворот такой к православию, и храм открывали, даже у нас тогда не было такой мысли, наверное, надежды вплоть до того момента, когда некоторые наши жители села, вот они стали ездить к одному батюшке, отцу Макарию, он жил недалеко от Оптиной пустыни, и вот в один из приездов, наверное, нам Александр Яковлев расскажет, Александр Яковлев, вы были вот там, приехали к батюшке. Идите к нам, вот, давайте. Вот разговор сам. Мы когда приехали первый раз, мы выписывали автобус. Это 90-е годы. А? 90-е годы. 93-м, думаю, первый раз поехали. Ну, батюшка нас сразу, мы из автобуса выходили, он благословил нас всех и говорит, ну, идите, располагайтесь, я сейчас приду. Ну, тут все встали в два ряда от двери, а наши Дубровские, нас было 12 человек, мы стали отдельно как-то, одни. Ну, он заходит, прям первый стояли шофера, которые нас везли, они по этой, по карте ехали, дорогу не знали, в Терновке. Ну, и они, он заходит и прям первого благословляет и говорит, ух, Игоречек, какой же ты хороший. Второго благословляет и говорит, а Володя, Городя, брось, брось, Володя. Ну и всех благословил, дошел до нас сюда, до Дубровских, говорит, их Дубровка, Дубровка, храм вам надо. Ну, будет у вас храм, а называться будет «Взыскание погибших». Ну, а со мной стояла одна Вера Яковлевна. Она говорит, ой, батюшка, да где же мы такие деньги возьмем, все как дорого. Он говорит, ой, Вера. Первый раз вот видит, называет, о, Вера, говорит, у Царицы Небесной закрома большие, она найдет, где взять. Ну и потом вот всех он благословил, и стали за стол всех сажать на ужин. Все сели, ну а я человек глупый, я говорю, батюшка, а он сам нам все наливает по тарелкам и разносит. А я говорю, батюшка, давайте я вам помогу. Он говорит, садись, садись, какой же я послушник, если вы за меня все будете делать. Ну, мы сели. Сели, ну и он берет вот так банку трехлитровую со сметаном. Ты с нами не был, наверное? Нет, были? Вот. И раскладывает по чашкам. И говорит, ешьте, ешь, тут и даденые, от мужей краденые. Ну и мы там, это первый раз, побыли, все. Оттуда он, конечно, нас и это самое благословил монастырь. Чтобы мы там исповедовались, причастились, мы ездили туда. Там мы в монастыре ночевали, а тогда еще он начал только восстанавливаться, ничего, ни гостиницы разруха не было, была. Ничего не было. Нам монахи расстилали ковры на полу, и мы на них спали, прямо в храме. Храм был в Беденске. Угу. Большой вы там были, наверное, конечно, знали. Большой храм, мы там были. Ну, а так мы ездили к батюшке 7 лет. Вот. Ну, встречал он нас всегда, всегда он нас и самое провожал, с нами всегда беседовал. Но, понимаете, вот такой человек, он, кажется, он вот насквозь каждого человека видел. И вот он беседует, сидим мы, и он сидит, и он каждого человека осматривал. И вот начинает прям сверху, и вот так всех проходит. Ну, и вот когда доходит до каждого, и мы ощущали, что он нас насквозь видит, все наши грехи. Опускали вот так голову, и сидели мы перед ним. Представляете, икону вам, Илья Петрович, кому он передал? Икону кто привез? Икону я привез. Петр Иванович, расскажите, пожалуйста. Да, теперь о иконе, конечно. Вот я представлю, Петр Иванович когда-то был директором школы, в школе работал. А, видимо, Господу так было угодно, чтобы он оставил педагогическую деятельность и занялся чисто строительством храма.
Поэтому вот от начала до конца это вот все он курировал, вот такие вот наши. Вот пусть я принимал участие. Рассказывай. С батюшкой я тоже познакомился в 93-м году, хотя я этого знал. Вот, и у нас как бы в связи с тем, что с игуменом Митрофан же в ячейке служил, да, поэтому его чада, они были здесь раскиданы в Терновском районе, в Иртильском районе. Вот, и наши матушки, бабушки всегда ежегодно не выезжали. Ну, ранее это было, они сами добирались до Оптина пустыни, до Просков. Ну, а потом уже, когда вот мне пришлось матушке Евгению, я стоял поехать к батюшке, в тот момент я работал директором школы. Вот, и, значит, вот мы как раз поехали, мы организовали тут автобусы, потом уже ежегодно, мы там на Урусе Оптинского, потом даты что-то поменялись, мы ежегодно выезжали к батюшке. Вот, ну и в первый приезд, конечно, батюшка мне сказал, что бросай школу, все. То есть это, я еще был в недоумении, как так, хотя там, ну, были определенные сложности, я не женат еще был, сейчас у меня пятеро детей. И, ну, наверное, не знаю, жизнь так распорядилась, хотя путь, наверное, может быть, должен быть, наверное, другой. Ну ладно, что есть, то есть. И вот, когда в первый год он приехал, сказал, что уходи со школы, значит, я написал заявление, тут в школе было совещание, там с администрацией приехали, в общем, меня убедили. Вот я еще полгода проработал. Батюшка звонит, все, уходи, иначе плохо будет. Ну и в итоге я, значит, в 94-м году все-таки перед Новым годом так получилось, что приехал, написал заявление, там все попросил, помолился, наверное. Ну и меня отпустили. Ну я сразу же уехал в Батюшке, вот я жил в Батюшке 7 лет. Ну как бы в основном осень, зима, весна, а на лето, ну я еще и занимался фермерским хозяйством, здесь было. Вот, и занимались строительством храма. А начало строительства храма, с чего оно нашло, началось, оно началось как бы немножко с такой событийной ситуации нашей деревенской. Значит, как-то встретились мы с одним фермером покойным, вот, и он приехал с родины своей жены, и там был построен величественный храм, очень красивый. Вот, а мы, естественно, был праздник какой, сидели, выпивали немножко. Так, укатились. Вот. И он говорит, вот все, я там построю храм, и все. А я что-то знаю, Егор, нет, ты не построишь, я построю храм. Ну, естественно, вот как мы это в перепалке такой, мы там, я рукой в грудь, что вот мы построим храм в нашем деревне, в нашем селе. Вот. Ну, а на утро, конечно, когда я проснулся, я понял, что ж такое мы натворили, и что ж просто вот так мы обещали, это же не просто так, ведь каждое слово имеет значение. Вот, и когда уже я попал к батюшке, у меня было такое большое угрызение совести, с чего начать, как сказать, потому что как бы это было в беседе не очень там непристойно, скажем так. Вот, ну и тут уже, ну, батюшка, когда уже я жил там второй, третий, четвертый год, там я понимал, что для него все было открыто, вообще все мысли. Я этому даже не удивлялся, потому что все было открыто. Любая моя мысль, он говорил, да и мысли других, он их или озвучил каждому там прихожанину, или впоследствии, когда уже, да, допустим, люди приезжали к нему с батюшкой поговорить, он не мог человеку что-то сказать там за его грехи и все, но он говорил все это на нас, там ругал, чистил, там гонял. Вот, и мы, как бы, я иногда понял, батюшка, я же этого не делал там в себе, ну, смирялись, и что делать, другого там выхода не было, я же оттуда неоднократно хотел убежать, но не получилось. Вот. И даже был такой момент, что сейчас я расскажу про иконы. По-моему, третий год уже живу. Первый год был шикарный. Батюшка там и кормил, поел. Думал, как же так? Тут вроде бы мясо, без мяса еще слаще, такого не видели. Вот. И, значит, шикарно было. Мы там физически работали много, чтобы там искушений разных не было. Вот. Ну и а когда вот второй год, там третий год, началось уже такое потихонечку закручивать винт. Там чистка такая пошла, тут уже было, конечно, сложно. Вот. Все люди, которые приезжали, были очень радостные, там он весело встречал, за столом сидели, там улыбались, смеялись, все. Ну, а мы там были это, на послушании такое жестком. Вот. Но любое слово батюшки, там один взгляд, сразу все как куда-то исчезало, и
Так вот я однажды хотел убежать, хотя я там постоянно закрывал все двери, когда все уже ложились спать. Вот, а я, батюшка, жил в одной комнате, а через стену в другой. Келья маленькая была, прям под лестницей. Вот, и я себе примерялся днем в форточку. Думал, ну, если пролезу, значит, ночь наступит, я убегу. Вот. Хотя я мог элементарно потом уже анализироваться. Просто сказать? Просто, не, выйти просто, да и все. И уехал там на остановку, на автобус, до Калуги, там сюда же. Вот, ну, почему-то решил в форточку. И уже наметил ночь, день, то есть... В ночь, которую должен убежать. Ну и был послушание там полыму. Вот, помню, так весь в этих мыслях, что как буду убегать, как буду в форточку вылезать. Ну и батюшка как раз проснулся, выходит. Вот я помою полы. Он что-то такой грустный какой-то. А я не знал, что ответить, потому что ну, не ответить неправду невозможно. Батюшка, да убегай сегодня. Он так посмотрел, да хватит тебе что-то, и пошел дальше. Я продолжаю мыть полы, да и правда, куда, зачем, почему, здесь замечательно, хорошо все. Вот, ну и вот так остался. А про икону первое, значит, когда было у меня угрызение совести, что же делать? Хотел поисповедоваться, никак не мог, что-то в первый год приезда. Вот. Ну и однажды вечером, когда я прихожу к батюшке, он лежит на кровати, ну и такой говорит, знаешь что, хорошо было бы, если в вашем селе был бы храм. И он прям сразу, я бы назвал его, благословил бы его в честь Божьей Матери, взыскание погибших. Я говорю, батюшка, благословите. И тут рассказал историю, что как произошло, но он поулыбался. Вот. И тут же достает икону, она сейчас в простом просто там в окладе была, и говорит, не смотри, что это литография, вот, придет время, это чудотворный образ, вот, она, икона будет в убранстве, ну, придет, наверное, время, вот, и написал, что эта икона была передана дивным старцем с игуменом Митрофаном в 64 году, и он тут же при нем ее подписал, вот. И, значит, отец Митрофан сказал, что если будет где-то строиться храм, то благослови этой иконой этот храм. Ну и вот батюшка нас благословил. Благослови этой иконой, передал мне. Ну и тут, конечно, у меня радости было неимоверно. Хотя, когда уже потом приехал, я понял, что это все-таки это были 90-е годы, 95-й, 96-й год. Сложно состояние финансовое в стране, да и у нас тоже было тяжелым, вот, ну и думаю, ну, благословение есть, значит, надо начинать. Ну, тут сначала хотели, помните, больше, наверное, клуб нам отдать, тут мне кличку поп дали, когда я выступил на собрании. Там, где мы выступали? Клуб. Да, вот да, клуб, но он был закрытый, там уже не действовал, да, ну и, по-моему, Алексей Васильевич мне предложил сначала. Потом народ тут, подпись это было общее собрание было, отчетно-выборное. Ну и тут, да нет, нет, куда молодежь будет ходить, если, в общем, нет. Потом, значит, хотели магазин, который сейчас вот, действующий, там планировали. Я батюшке звоню, ну, в принципе, все может осветиться и все. Вот. И потом уже, когда вот клуб не дали уже нам, я пришел к Алексею Васильевичу Глазкову. Вот, что делать? Тут кличку поп дали, все смеются, что я еще сам-то еще только прихожу на этот стиль. Вот, и, значит, он говорит, давай, наверное, строить новый храм. Вот, ну и батюшке звоню, говорю, батюшка, так и так, он, да, благословляю. Ну и тут потом было время, где строить? Места все обозначили, одно все место, новое, другое, третье. Потом я у батюшки спрашивал, говорю, батюшка, а может быть нам в Кисельном строить, потому что там все-таки был храм, большой храм, разрушенный. Нет, Кисельная нет, Дубровка. Ну и все. Но я понял, что с Дубровки, вот это еще вы сказали, всегда мы выезжали в Бароновку в храм. То есть и Дубровка, она была на самом деле очень занималась большой благотворительностью. Там надо батюшке что-то там, ну, времена сложные были. Там из пищи, там деньги собрать, на монастырь куда-то. Мы всегда принимали участие, всегда помогали.
Вот и отцу Макарю потом мы тут КАМАЗами возили. Но не ему, а на, он в основном не оптину пустыню давали, а в Шамардинский монастырь. Mm-hmm. Туда матушки приезжали, мы и то возили там газелями, там все, и муку, и сахар, и там, гречку, и даже уголь возили туда, и все в то время было. Вот, и вот эту икону батюшка благословил, наш приход. Ну и потом потихонечку. За сколько день... мы строили храм? Сколько подняли? Ой, 7 лет. 30 августа 98-го, это первый был отслужен благочинный отец Василий Гришанов, вот молебен на основании камня, ну, закат. Да. И вот 22 ноября 2003 года. 2003 года. Да. Ну, мы начинали, это там сначала разрушали все здания, которые здесь были, не нужно хозяйство, с победой нам отдавали, мы все бабушки принимали участие, народ, был какой-то подъем духовный такой, все приходили там по 30, по 50 человек, эти здания разрушали, кирпичики отбивали, там возили сюда, то есть, да, население большой вклад тоже внесло, вот и все участвовали. А этот проект был уже где-то готовый, или вы сами его разрабатывали? Этот проект тоже интересный, но, значит, этот проект, он немножко измененный, хотя батюшка потом говорил, отец Макарь, что у вас будет храм кораблем, так оно и получилось, форма корабля. Значит, этот проект был в Костнадель, нет, в Братках. Пьяных Виктор Николаевич, в то время был руководителем, потом главой администрации, вот, и... Когда-то я к нему приехал на прием, вот, он говорит, ну приезжай, я искал, какой храм, что нужно, с чего начинать, он говорит, ну приезжай к нам в Братки, я покажу эскиз храма, который мы планируем строить. Я говорю, ну пожалуйста, я приехал к нему, а его не могли бы нам дать бы посмотреть, изучить, чтобы мы, может быть, что-то там для себя там взяли на вооружение, вот, для строительства. Ну я ее взял, мы ее пересняли. Все отвезли, вот, ну и Алексей Васильевич, вот, все, начинаем, вот, с этим пообщались, вот такой. А там такой же храм тоже построили? Нет, там другой, там, они, у них там другой проект немножко, они, наверное, решили, что, ну, что не похоже. Нет, не подтянут, наверное, что ли, я не знаю. Он меньше, да. Вот. То есть Дубровка потянула, а там не потянули? Ну, наверное, да. Но проект оттуда повезли сюда. Проект оттуда, да, и получился, да, поэтому вот как бы... Ну, знаете, интересно получилось так, что акустика очень хорошая здесь. Здесь нет такого длинного вот холла, да, и слова все слышны, но тем не менее вот воздух такой вот в голос поешь, вот мы втроем, очень хорошо пробивается это. Слава Богу. Вопрос при том, что много людей было. Вопрос в том, что у меня образования же нет строительного, вот, и я, конечно, переживал, боялся, когда фундамент мы закладывали, но я с отцом Василием Гришановым в тот момент общался, это был благочинный. Вот, да. Ну, он, конечно, мне говорил, ты все это сужай, поменьше, чтобы иначе это будет сложно, может не достроить, я тоже переживал за это. Но хотя было благословение, мы этому верили, что храм все-таки осветится и будет у нас храм. Ну, а мы, наоборот, даже алтарь еще расширили, там чуть побольше сделали, потому что... Ну и вот потихонечку, да, кирпичи возили, и местные водители помогали, Алексей Васильевич помогал, Победа помогала нам тоже очень много. Ну не сразу, а потом, когда уже начали стены когда расти, увидели, что дело пошло, что дело, да? Пошло, то тут, да, уже... Это хорошо. Это хорошо, когда всем миром поэтому и все, наверное, получилось. Слава Богу. Вот. Слава Богу за все. Да, благословение. Да, да, благословение батюшки отца Макария. Мы считаем, что его молитвами, и, кстати, батюшка не то, что икона вот от него, вот, благословил икону взыскания погибших, потом однажды к нему приехала очень богатая дама с Москвы, потому что к нему много очень было паломников, вот, и, значит, она привезла ему икону, это 16 век, Какую? Икону. И, значит, батюшка
как бы многие к нему приезжали, всегда там хотели что-то у батюшки взять там на память или просили: батюшка, помоги. В Есипово уже тоже строился храм, там женщина приезжала, тоже у батюшки всего упрашивала, а я боялся у батюшки что-то спросить, потому что, ну, знал, что мы все боялись просят, его. Да? Не, ну все просят, да, мы как бы, ну, что батюшка сам даст, то и это. И вот он нам благословил иконы «Наш приход». Икона, конечно, была в другом состоянии, она была вся расстреляна. Вот. Батюшка тоже говорит, что это чудотворный образ. Вот эта икона я потом привез к тете Шурину, лежала у нее вот 4 года или 5 лет было, как, пока храм строился. Вот. У вас дома? Да. У меня дома. Она была вся простреляна, уставы Спасителя простреляны были, Царица Небесная, лоб был простреленный, она была вся простреляна. А низ видно, как хоронилась она где-то во влажном месте, и низ краска начала уже осыпаться. Ну, да. И когда у нас владыка был, освящал храм с Воронежем, митрополита, он говорит: вы знаете, что она чудотворная, вы ее или хоть под стекло, или отреставрируете. Вот у нас ее отреставрировали. И что самое интересное, отец Макарий, когда дарил эту икону, он сказал, что придет время, найдется человек, ее отреставрирует. И я даже вот я же отсюда уехал с деревни, и потом приезжаю, смотрю, икона отреставрирована. Нашелся человек. В 2005 году возили в Москву, там хорошие рестораторы работали. То есть это все не дешево было. И нам так, слава Богу, все вот. По словам тоже отца Макария. По словам батюшки, по завещанию батюшки, все здесь спорится и все делается. Слава Богу, батюшка. Вот да. Ну и слава Богу, что у нас есть эта стерлядь. Помогайте мне. Между прочим, дорогие друзья, вот ваша дорогая Александра Яковлевна. Если вы смотрели видео «Родная моя сторона», песнопение, да, которое написал митрополит Ханты-Мансийский и Сырбинский Павел, то вот главное действующее лицо этого видео, этого клипа. Так что посмотрите, узнайте и поблагодарите такого замечательного человека за его работу. Белый снег, белый снег на всех крылечках, белый снег на всех путях. Полой, не тряси, не тряси,